В общем, 8 тысяч первый раз. Всем еще раз привет, кто подошел на стрим, кто смотрит записи на ютубе. Флин, дорогой мой, подскажи мне, куда нам идти, потому что я не помню ни хрена. Ага. Угу. Вообще, кстати, по-моему, мы тоже должны были на корабле плыть, потому что наш вроде как уже починили. Что-то такое было на моей памяти. Но это не точно. Что-то музыки нет, так тихо, страшно. Ты что мне скажешь? Добрый день, синтез. А что ты тут вдруг с синтезом-то стоишь? Отсутствие музыки меня напрягает, если честно. Я прям чувствую подставу какую-то. Пойдем в нижний... Ну ладно. В нижний квартал меня не пустят. Вон они, стоянцы. Доброе утро, Юрий. Юрий. Ну ты и Соня. Кажется, я маленько проспал. И на голове не пойми чего. Ой, как обычно, слушай. Если, кстати, я буду вот такие вот звуки издавать во время чтения, тут уж, извиняйте, болеет горлышко мое. Буду немножечко умирать во время стрима, но, надеюсь, не окончательно. Можешь, тебя ничего не беспокоит. Похоже, все в полном порядке. Держи. Ты справилась. Теперь нужно просто дождаться Джуди и Эстель. А вот я. Доброе утро, друзья. А, утречка, Джудит. Тебе удалось связаться с Фэра? Да. Но тебе не понравится то, что он поведал мне о Зауде. Он сказал, что это место не стоит тревожить ни людям, ни интеллихии. Здесь, но почему это? Как духоподъемно, господи, что за слово такое? Кстати, недавно попалось, помнишь тот костюм Киркорова у Юрочки? Так вот, это костюм из Tales of Hearts, господи. Я надеюсь, это какой-то... Не постоянный костюм, а просто стёбанный, потому что если это постоянный, то это пипец. Да, ребят, всем привет, кто подходит на стрим. Мы едем отсюда. Как бы то ни было, не можем же мы просто сказать, о, спасибо, что предупредил, и не идти. Постоянный сериал, боже. Окей. Алексей сейчас в Зауде. Я не собираюсь вот так просто отпустить его с миром. Мы уже не можем повернуть назад. Верно. Фэр должен понять это. Мы играем по-крупному, нельзя вот так взять и все бросить. Да. И вообще, если мы сейчас отступим, мир ждет бесчувственные неприятности. Так и есть. В общем, осталось только найти Эстель. Рита, ты ее не видела? Эстель не придет. Че? Она больше не может драться. Стой, ты же не хочешь сказать... Нам удалось взять ее силу под контроль. Но ей нужно избегать взаимодействия с Айром, иначе ее сила проснется вновь. И Николай 7715 отправляет 35 грамм желешки нам в дорожку, видимо. Мы говорим ему спасибо, и, собственно, мы воспользуемся этой желешкой в самом ближайшем будущем. Спасибо. Серьезно? Но ведь любой власти для работы нужна, разве нет? Да. Поэтому я задействовала ту же схему, что и Уоррен. Использовала ее собственную жизненную энергию в качестве источника. Ты сейчас серьезно? Я бы крайне не советовала вообще-то. Другого выхода я не нашла. А так она хотя бы может использовать формулы, не волноваться насчет Айра. Но это не просто блокирует силу, которая обладает для тебя полнолуние. Теперь приемы тоже основаны на ее жизненной энергии. При малейшем напряжении силы им может грозить страшная опасность. О, нет. Значит, она больше не сможет путешествовать с нами. Черт, хиллер! А ей само это по нраву? Минус хиллер в партии нет! Нет. Эстель! Ты пришла попрощаться с нами, да? Сейчас она скажет, не, я пойду с вами. Пусть я помру, но я буду лечить вас до потери пульса. Рита, прости. Пожалуйста, возьмите меня с собой. Ура, плюс хиллер.
Что я тебе говорила? Ты будешь терять жизненные силы, просто используй свои приемы. Прекрати их использовать и живи себе дальше без забот. Я всю ночь думала о том, что ты мне сказала. Сперва мне показалось, что наконец-то я смогу зажить нормальной жизнью. Да, ты достаточно намучилась, теперь можно и на покой. Спасибо, Рита. Но вы все рискуете своими жизнями в бою. Судьба всего мира теперь поставлена на кон. Зная это, я не могу принять иное решение. Я буду сражаться вместе с вами. Эстель. Я еще многое могу сделать. Ради моих друзей. Поэтому я прошу вас, пожалуйста, возьмите меня с собой. Нет, мне хотелось бы... А, нет, да, он вообще это не я. Ну ладно, мне хотелось бы отказать, но я не вправе решать за тебя, я не стану тебя прогонять. Да, и потом она все равно не стала бы тебя слушать, раз уж приняла решение. Давайте возьмем ее с нами. Никто не любит, когда все веселье достается друзьям. Немножечко эгоистичная какая-то фраза. Хэштег перевод. Просто шикарный перевод с английского языка. Да, мы все можем постараться, чтобы в путешествии ей приходилось полегче. Уж мы покажем этому негодяю. Первик, привет. Ребят, всем привет, кто подходит? Пообещай мне, что ты не будешь слишком себя напрягать. Никогда. Слышишь? Если обманешь, я тебя никогда не прощу. Договорились. Да, вот только просить этих ребят пожалеть себя, таящая самонадеянность. Могла богам, кажется, я успел вовремя. Господи, они как братья, да? Что? Принц Йодра Флинн тоже с нами? Какая честь для его высочества лицезреть наши отбитые рожи своими глазами, хотела почитать я. Марк, привет. Ну, как сказать, выздоравливаю? Ну, лучше, чем вчера, скажем так. Наши отбитые рожи. Господи, это просто по Фрейду. Потому что, да, мою отбитую рожу. Наше отбытие своими глазами. Опять ты со своими шуточками. Я не специально, она сама вырвалась. Честное слово, я не планировала. Температура во мне говорит. Возможно, вы уже слышали, что припасы для корабля еще не готовы, и потому рыцари пока не могут отправиться в бой. В обычных обстоятельствах именно рыцари должны были бы взять на себя эту задачу, но сейчас действовать приходится вам. Как глава империи, я обязан принести свои извинения. Да не волнуйтесь. Все равно мы сделаем это не ради рыцарей, даже не ради империи. Возможно, это слишком самонадеянно с моей стороны, но я хотел бы попросить вас взять с собой Флина. Чё? Ваше высочество. В данный момент Флинн является величайшим рыцарем империи. Как де-факто, так и де-юре. Чё там, Юра? Уверен, он станет для вас неоценимым союзником, согласны? Но мне нужно сопроводить рыцаря. Когда рыцари будут готовы, я пошлю их вслед за вами. Ты должен больше доверять своим людям. И кроме того, разве ты не стремишься любой ценой лично призвать Алексея к ответу? Денко. Ваше высочество. Я, Йодар Аргер Хурасейн, власти данной мне империи, приказываю тебе. Имперский рыцарь Флинн Шифо, объедини силы с гильдией Бравой Веспери и останови Алексея. Ну держись, Лёша! Жопа тебе! Да. Ты слышал приказ его высочества? Я на тебя рассчитываю, Юрий. Ты ведь пошел бы с нами, даже несмотря на мой отказ, да? Стало быть, наша следующая проблема — как добраться до этого треклятого Зауда, да? Об этом мы уже позаботились, верно, Джуди? Ну, конечно. У нас есть еще один могущественный друг. О, выздоровела, да? Бау. Баул? С ним все в порядке? Я же говорила, он сильный. Смотрите, Фьертия готова к отплытию. К полету, я бы сказала, ну ладно.
Итак, время пришло. Нас ждет последняя схватка. Ох, если бы. О, господи. Расшительное принцесса. Хорошо. Расшительное дерево. Все снова вместе. Хорошо. Да. Мы-то-чи, донна-токи-демо кира-кира-мутеки. Сиёй, макэ-най. ブレイブ・ヴェスペリア。そんな風に油断してると足元救われるわよ。ちょっと人がいい気分でいたのに。おっさんが一番油断してるじゃないの。あら、それは演技でしょ。わかってらっしゃる。さすがジュリスちゃん、大人の女。なかなかお子様たちには分かってもらえなくて。おっさんが嘘つくとき耳が動くんだよな。あ、レイブ、耳動いてる。 確かに耳が動いてるな。何言ってんのよ。なわけないでしょ。俺様はいつも冷静沈着、慎重に行動してるのよ。また耳が。とりあえず、おごらず行動は慎重にってことですよね。 Амадеус, привет. Не, мы только начали. Ничего не пропустили. Так, господи. Дай бог памяти-то. Чё, где открылось-то? Где-то в воде у нас всплыло. Не здесь явно. Где-то что-то... А это что такое? А, ну вот оно, кстати. Эгет, привет. Вот и Зауд. Какой огромный. Напоминает гигантское кольцо. Существо, которому впору такое колечко захватило бы весь мир и даже не вспотело. Хорошо, что Алексей, она великовата. Интересно, получится ли войти незамеченными? Эй, смотрите-ка, вон там. Феро. Помрет сейчас Феро, чувствую. А может и нет. Господи, что происходит? А что он испортил, что ли, нам что-то? Он как будто бы барьер поставил, да, чтобы мы не прошли туда. Феро один из сильнейших Интеллихии. Даже ему это оказалось не под силу. Ну что мы все вляпались? А, не, он что-то пытался сделать, но, видимо, барьер активировался. Типа, не-не-не, иди нахрен, я буду стоять тут, ты мне не помешаешь. Ой, что-то все очень плохо. Она восстанавливает себя, манипулируя Айром. Вот это скорость. Так значит, именно эту силу хочет заполучить Алексей. Вообще, кстати, любопытно, что именно вот эта самая яркая звезда наша, да, Браво Весперия, дала какую-то энергию этому мега-камню. Давайте зайдем снизу. Феро сделал за нас всю работу. Теперь он включает внимание Алексея на себе. Феро, спасибо тебе. Так, не, он нам все-таки помог. А что-то мне на секунду показалось, что он какую-то муть мутит. Ну я ладно. Снизу, говоришь. Адвансуам! Принял форм! Даме-на-но-джа. Соле-де-ва-ки-ай-га-тари-най-но-джа. А? Нани-яптен-да? Я, Патти-чан-те, сэнтоу-стайлу кай-нагара-татакау-де-шо? Бок-та-чи-ни-мо-декинай-ка-на-то-мо-тте, осиэте-мо-ра-те-тан-да. Осоват-те-декир-ような-мон-джа-най-да-ро. あの手の特殊な戦闘スタイルは だいたい血筋が絡んでるもんだ いいよいいよ、ユーリも練習してみるのじゃ やってみないことには何も始まらないのじゃ そんなもんか? そう、イエス、ウィーキャンなのじゃ うん、そうだな じゃあ、クリティカルフォーム! うふー、やった!うちの勝ちじゃ! 負けちゃった! もう、ユーリだバカ! しかもクリティカルをチョイスするとは青年意外と見派だった。これでしばらくカロルとレイブンの組は板だくのじゃ。ユーリー、オリゴトゥーのチューなのじゃ。お前ら、俺でかけてやがったな。
Окей. Так, ну входим. Ух, какая музыка. Оспа, они уже тут. Ну хотя, а, ну а чё бы им тут не быть. Слышь, кто тут? Оспа, вблизи эта штука кажется ещё больше, чем я думал. Зачем? Зачем я думаю не об этом? Это точно одна большая бластия. Как вообще? Должна быть, это бластия Гаплон, которая несёт угрозу для всего мира. Такая бластия обладает поистине невиданной силой. Эй, смотрите, корабль. Это рыцари? Нет, не думаю, что они управились бы так быстро. Скорее всего, это имперская гвардия. А это значит... Ага, вход перекрыт наглухо. Кишат, будто морские гады. Но не так уж их и много. Мы вырубим их так быстро, что они даже не сообразят, что случилось. А? Полегче, нам надо оставаться незамеченными. Ой, ЖРПГ и стелс, я вас умоляю. Посмотрим, нет ли здесь другого хода. Давай, врывайся как есть, я тебя умоляю. Другой вход, ну... Ну что, Пати? あ、最近戦闘で出番がないと思ってな。うちはそんなに頼りないのかな。そんなことはないんじゃないの。きっと、うちはいらない子なのじゃ。何言ってるんだ、パティ。お前は秘密兵器。最後の切り札なんだよ。最後の切り札？そうだ。最後の切り札だからな。ここぞという時まで貯めて。重要な局面で一気に爆発させるんだよ。 だから普段は安売りはしないのさ。だからな、落ち込む必要はねえ。その分パワーを貯めとけ。分かったのじゃ。燃えてきたのじゃ。大変ねえ、あんたも。 Так, о, здоровки. Юра, мастер просто вешает лапшу на уши, конечно. Мастер импровизации. Чувствую сквозняк. Вентиляшка. Положитесь на меня. Воспользуемся им, чтобы попасть внутрь. Ну, не рыцарское это дело, но других вариантов нет. Сейчас головой пробьет. Рита, не переживай, я в порядке. Да бросьте, я не переживаю вообще ни разу. Ты что, ты? Ну, конечно. Во-во. Да заткнитесь вы, скорее откройте эту штуку, господи! Да заткнись ты, господи, кричишь тут только ты. Готово. Отлично, позырим, чё там. Ох, любимая канализация. Чё? Святая вода прольет с небес, красил тварей, не будь дарован красному камню. Ну, вроде он что-то поменялся, и ладно. Тот Сазак. Ой, что-то храм воды напоминает. Из дистиллерии, господи. Юри-то юри-джозу да, юне. Демо, Карол-датте, Ию-де-штерун-джанай-кана. Сою-френ-чан-но-шта-ва, что-кикен-ё-не. 腕があっても、レシピ通りに作ってくれた方が助かるわ。だったら自分で作りゃいいだろう。やりたくないっていう割に、おっさん料理できる方なんだしさ。料理のうまい男はモテるからね。嘘だ。それなら僕だって、今頃モテモテだよ。嘘じゃないって。モテなくてもさ、僕は作った料理を他の人に食べてもらえるだけで嬉しいかな。そうだね。自分一人で食べるより、作りがいあるしね。 幸せそうに食べる姿はいいね。野郎はどうでもいいけど。今度からデイブンの分だけバターサンドイッチにする。バター塗るのも面倒だ。ハンの耳でいいだろう。誰かのために作る喜びはどこ行ったのよ。ちょっと хотела сказать и вылетела из головы.
Что-то смешное там было вроде. Это не точно. Так, ладно. Все реально очень похоже на храм Земли. Ну, это потом. Очевидно. Ой, храм Земли, я сказала, да? Воды. Воды! Потненький он, конечно, был. Не такой потненький, каким бы он мог быть, конечно, как мы там пророчили. Но, да. Слушай, вот это подозрительно. Очень сильно. Я не хочу там... Юри, ты, хотя-то, рюри-га ски нан десу? Ски ты ходу жа най га. Нанде да? Зайкин зутто рюри-о макасарете мас кедо, ичидо мо котоватте масен ё не. Джоу-чан, даме ё, минна даматте та но ни. Я, кизуйте кедо. よじゃないの？大変でしょ？デートにいた頃は自炊もしてたし、苦じゃないな。苦ではないなら好きって言えるんじゃないかしら。どうだろうな。少なくとも破壊的な味の料理を毎日食わされるよりは作った方がマシだった。本人自覚ない上に親切心で作るから他に止める手段がなかったんだよ。そりゃご愁傷様。なんで私を見て言うのよ。リタの料理なんて可愛いもんだ。もっと凄まじい。そんな料理が作れる人会ってみたいわね。怖いもの見たさよに食うのはごめんだけど、すでに会ってんだけどな。кажется догадывайся как умрешь。слушай, ну вот это прям как-то это подозрительно。Никакого подвоха? Ладно. Ладно. Что у нас тут есть-то? Люни плащ. Поставить? Не поставить? Слушай, старейшина вроде нам недавно выпала. Давай, может... Джудит что-нибудь поставим. А, не, у нее вообще все хорошо. Нет смысла. О, что-то прям новенькое. Ее наешь, называется. У него... Ну, да. Давай. Коль не шуш. Тихо, подожди. Вот так. Блэк, удачи тебе. Хорошего тебе вечера. Заглядывай к нам. Почаще. Куда-то мы без тебя-то, ну. В самом-то деле. Так, здесь еще качается. Может, здесь что-нибудь... поставить. Вот не знаю прям. Айлами, с 21 месяцем тебя, с возвращением в наши упоротые рыды пожиратели борща, собственно, с 21 тарелочкой. Совсем чуть-чуть тебе осталось, прям до 24 месяцев, это будет камбушечка. Два раза по 12, это будет прекрасно. Спасибо тебе, Айлами, и, собственно, с возвращенницем. Спасибо, что остаешься с нами так долго. Так. Берите пример с Митритяна и Айлами. И со всех, у кого есть 23 месяца, 21. Больше 20, короче. И ходят слухи, что на 24 месяце... вы получите пожизненный баф на плюс 5 к удаче. В
Вы можете проверить это самостоятельно. Так. О. Это земляная накидка. Но она сама по себе неплохо защищает. Так что, наверное, оставим. Блин, вот этот меч вообще очень странный. Прям неправильный он какой-то, я бы сказала. Так, ну... Я, по-моему, приоритетом все-таки защиту, да, поставила. Здесь была краска. Ну да, все. Вроде все. Мечи мы качаем. Это все по ходу дела будет. Так, ну пойдем воткнем в ту штуку. В та штука. Не сюда. Вот сюда. Угу. Когда у нас будет больше 20, у метелитяна будет уже 40 с плюсом. Ну вот, вам есть к чему стремиться. Опа. Тадакау май ни кикитай ндакедо, ано кишиданчо доре курай цюй но кашира? Сакки но хейка но джидай ни гозен-джиай де юшоу ште, соре га мото де кишидан ни суйкю салета тте кийте масу. おっさんも一度だけ手合わせしたけど、3分持たなかったわよ。彼の場合、名前だけじゃない。騎士団の頂点に立つにふさわしい実力の持ち主だった。だらなな、その子なじみ。最強と考えた方がいいんかな。それにあっちは親衛隊がついてるしね。ネガティブなネタばっか。なに、こっちには全員のモスがある。それに僕たちは旅の中で力を合わせてきたんだ。ああ。親衛隊なんかより結束力あるぜ、きっと。親衛隊はオーケーね。でも、ようやくこれで五分と五分ってとこ？アレクセイに対しては、注意してもしすぎるってことはなさそうね。油断は間違いなく、命取りになるだろう。ええ。気を引き締めてかかるのが基地ね。Хотим проверить, будет ли диалог, если Флин что-нибудь сготовит. Ну, нужен бой для того, чтобы он что-то сготовил по-любому. Так, ну, предположим. Магическая защита. Ну, такое. Давай вот сюда мы поставим Флина. Ты будешь делать... Что ты будешь делать? Рисовый шарик, например. Так, а можно прям как-то... Тьфу, ты еперный. Подожди, сейчас. Блин. Группа полна. Группа полна. Ой, как интересно, ты плаваешь. Анимация плавания. Господи. Блин, я немножечко всраль. Что-то я не ждала, что так сразу будет все. Так, слушай, ну тут всплыву ли я? Тут как будто... Блин, что за упор-то анимация? Неужели нормально нельзя было прикрутить? Он как будто вылетает, блин. Сефирот! Ну ладно, давай. Сейчас мы сбросим. Как раз тихо. Сбросим готовку, пускай Флин что-нибудь сделает. Шумный казан вернулся. А давайте его себе умрем. Так. Не удалось. Ну, неудивительно. Генерал, господи. Так, ну не, мне кажется, все-таки... そういえばフェロー、エアロを吸収してたけど、あれも安定させるため？こんな時までご苦労さんね。多分違うわ。エアロを吸収して、ザウデの機能を止めようとしてたんじゃないかって思う。それで、アレクセイのやろうとしてたことを妨害しようとしてたってこと？そう。でしょ？あら、私？何の話かしら？うん、もういいわよ。でも、中に入っちゃえばこっちのもんだよ。このまま一気に止めちゃえ。簡単に言うわね。
仕掛けも親衛隊もてんこ盛りなのに頼もしくていいんじゃないの。本当にそう思ってる。フェロン大丈夫かしら。Так, мне тут говорят, смени персонажа, поплавай другим. Я не знаю, будет от этого что-то зависеть, что ли. Давайте сейчас, подождите, нужно вот с этим разобраться. Да в смысле группа полна, мы уже отвоевали. Какого хрена? А, я же еще раз потом поела. Так, ну давай. Ну вот здесь, кстати, нормальная анимация. Почему у Юры так упорото? Что это такое? Это что это? Это кто так плавает? Он летает, по-моему. Гули-гули. Что это такое? Я водяной, я водяной. Никто не водится со мной. Ну, у нее простое вообще максимально. Ножками что-то там перебирает. Лениво. Ворон же, ну да. Так, Флинн. О, еще один летающий. Он у него как у Юра, слушай, два брата-акробата, реально. Так, ты. А, и она туда же, слушай. Их уже трое таких. Хотя нет, ну она ближе к Рите все-таки. Хотя, честно говоря, по-моему, Рита, Эсталь и Флинн, они очень похожи. Но Юра какой-то максимальный Сефирот во всем этом. Так, мне больше всего интересно Кэрол и Пати. Ну, этот что-то... О, этот, смотри, на сумку, как на этот самый. Ну, это нормально, кстати, вполне. Так. Давай, Джудит. Ну, это тут даже Рита. Рита, принцесса, одинаковая анимация, по-моему, абсолютно. Что с женщиной маленькой? О! Маленькая вороненка, смотри, куда-то туда же. Это что-то среднее между собакой, короче, и вороном, знаешь? О, господи. Она и бегает, в принципе, очень странно, скажем прямо. Ой. Ладно. Кстати, по-моему, она бегает быстрее Юры. Реально она бегает быстрее, смотри. Смотри, насколько быстро она передвигается. Может, мне кажется, потому что она ножками быстрее перебирает. Не, она, по-моему, реально быстрее бегает, не? Или мне наркоманит? Не, наверное, наркоманит. Так, там можно опуститься, там можно всплыть. Иронна брастия умитекита га, коко а мата какбец да не. Коре га герайос бунмей но макки ни цукрарета но де ареба. 技術の集大成なのかもしれないわ。ミョルゾで見たレリーフの建物がこのザウデならその可能性は高いよね。世界を破滅に導こうとした最悪、星はみと何か関係があるんでしょうか。本当にゲライオス文明の末期に作られたんなら星はみを抑える力を持ってるのかもしれないわ。それでレリーフに残されてるってか。筋は通ってるがフェローの言葉が引っかかるな。ザウデには触れるなって。まあ考えたところで分かんないんだし進むしかないでしょ。ой, теперь даже не знаю, направо сходить, налево сходить. どっからでもかかってきな。ボリューレンダー。что ты такой упертый, ты слышишь? о боженька, что так больно. Да давай уже, Вась. А чё они такие жирненькие, а? Так, сейчас ничего не готовим. フェローみたいなおっかないのがザウデには触れるなとか言うと意味深よね。どうせならもっとわかりやすい言葉で言ってくれればいいのに。確かにな。あれがそんなヤバいもんなら足惜しみしてる場合でもねえだろう。フェローもフェローなりに悩んだ結果選んだ言葉なんじゃないかしら。
わざわざ忠告してくれたんだから少しは気にかけてくれているんでしょ。フェローもちっとは丸くなったってことだ。ええ。Так, давай, нужно протестировать. Так, он сделал. Диалог? Нет, вроде все нормально. Вроде все получилось. Ой, тут что? Ой, так не говори мне, что нам сюда и надо. Так, подожди, а там что-то было? Прости, зиндук. Тоже убитая анимация все-таки. Динамис. Хорошее название для копья, Джудит. Максимально отображает все, что надо. Нанка, Фурен смотрит, то са, действительно Кисидано тайчоу тэ канжи га суру кедо, Рейвен га Кисидано тайчоу датта сугата тэ нанка, созоу декинаку най? あのおっさんにうっさんくさいオーラが漂ってる以上無理ね。あら、レイヴンとして振る舞うために騎士としての品を隠しているだけかもしれないわよ。あのおっさんにそんなものがあるとは到底思えないわ。ふうふう。シュバーン隊長は威厳ある素晴らしい人だった。その腕を認められ常に極秘任務についていたからね。騎士団の中で隊長の名を知らない者はいないし、任務に忠実で凛とした立ち居振る舞いに憧れる騎士も多い。え、そうなの？それに厳しい反面部下思いの優しい一面を持っているから部下からの信頼はとても厚いんだ。そうね、部下の3人を見ていれば慕われているのがわかるわ。なんか聞けば聞くほどあのおっさんにはほど遠いわね。だからおっさんはシュバーンじゃないって言ってるでしょ。あんたいつからいたの？めーってく、人が聞いてないと思って好き勝手言ってくれるわ。でも時々会話にシュバーン隊長らしい言葉が含まれていますよ。シュバーン隊長としての品格も密かに持ち続けておられるんですね。そういうの勘弁してよ。おい、ピリスタイン。排除排除。Так, ну ладно。Не, ворон, конечно, когда он предстал перед нами в иной личине, был очень-очень хорош. Он и так-то прикольный. Даже когда прикидывается шлангом. Не, ну я же нажала. Ну я же нажала, ну. О-о-о! Ну нажала ж 20 тысяч раз. Господи. Да-да-да, хорошо. Бежим. Так, здесь точно ничего нет. Все, бежим. Да, прикидывается шлангом. Сволочи. Акуляки. Господи, они меня бесили. Акуленки эти. В DLC Bloodborne они меня и здесь нашли, сволочи. Господи, кто играл в Bloodborne, в DLC к Bloodborne? Если вы прыгали когда-нибудь в DLC Bloodborne в колодец, вы понимаете, о чем я. Так, подожди-ка. Окей. Сюда мы пришли просто в гости. Так, а куда мне по итогу тогда? Кстати, сюда мы приперлись. Кальмар, он как бы не обязательный. Вопрос. Так, сейчас давай вот так сделаем. Где-то есть-то, господи. Все, заманали. Так, отодвинься. Рейвен-сан. Ну? Что случилось, Вакамоно? Мо, фурете хочу ない кото камосиремасен га. Онажи киши として聞かせて欲しいことがあるのです.
どうしてシュバーンはアレクセイに従ってたのかって。シュバーン隊長ともあろう方がアレクセイの行為を悪と見抜けないほど盲目だったとは思えません。買いかぶりすぎでしょ。シュバーンは何も考えない空っぽなやつだったのよ。手駒にされようがなんだろうが与えられた任務をやるだけ。本当のシュバーンは10年前死んじまってたのさ。こんな状況になってもそれは変わらなかったと。さすがにあんなでかいブラスティアが出てくるとは思っちゃいなかったけど、それでも最後までアレクセイに従ったかもね。ま、本当のところはもうわからんけど。あなたが今決着をつけようとしているのはレイヴンとして生きると決めたからですか。こんな俺のことに本気になってくれる奴らがいたもんでね、死ぬに死ねなくなっちゃったのよ。けど生きるんならシュバーンがやったことのけじめをつけないわけにはいかないでしょ。いい出会いがあなたを変えたんですね。そんな大げさなもんじゃないって。Грандино, привет. Добрый вечер тебе. Присоединяйся к нашим визгам по Флину. Так, вопрос дня. А, вот оно. Тут я чувствую, что-то не хватает. Я вот о чем тут думаю. Чем? Почему имперская гвардия так предана Алексею? Вот-вот. А ведь могли бы да, одуматься, остановить его. Точнее, одуматься и остановиться, но у меня свой вариант. Короче, вы же знаете, что почти все имперские рыцари-ученики родом из благородных. Да, хотел бы я это забыть. Ну а имперская гвардия защищает императора и попадают туда только лучшие бойцы из числа имперских рыцарей. Но ведь у нас уже несколько лет никакого императора нет. Точнёк. Как раз в это время командующий придумал превратить этих солдат в свою личную армию. Не думаю, что этого хватило бы, чтобы сделать из них кучку мальчиков на побегушках. Но он предложил им довольно привлекательные идеалы. Да цветет империя, ну и что-то там еще. Рыцари оказались полностью обескуражены, верили каждому ему слову. Думаю, они сейчас верят ему. Я не могу винить их за это. Но раз тебе удалось раскусить его притворство, почему на это не способны другие? Потому что они не главные герои. Всем было бы намного лучше, если бы эти ребята сами смекнули, чё к чему. Псалин, привет. Ребят, всем привет, кто подходит. Знаете, что хочу? Там ничего, кстати, не обновилось внезапно. Блин, вот этот Киркоров, пипец, конечно. И это постоянный костюм чей-то. Господи. Просто пощади меня. Так, у меня флакошка-то работает, господи, надо бежать скорее. Так, меня сюда не пропустят, да? О, пропустили, ничего себе. あんたが私たちと一緒にいると騎士団が追いついてきた時また面倒なことになるんじゃないの。アレクセイとやり合う前にこっちで問題起こしてたんじゃシャレになんないわよ。あの騎士のお姉さんね、一番の問題はどうするつもりなのかしら。彼女は僕を理想化しすぎているんだ。世の中はいいものと悪いものに割り切れるべきだと思っている。お前ならそういう世界を実現できると信じてんだろ。だけど現実はそう単純じゃない。そうだから早く気づいてほしい。彼女なら気づけるはずなんだ。きっと視野が狭くなってしまっているんじゃの。あ、そういう部分はリンゴ頭の方が分かってそうだよな。ユーリ、その言い方は彼に失礼だよ。ウィチルはアスピオで将来を有望視されている優秀な魔導士なんだから。あいつがね。なんだ、知らなかったのか。別に興味なかったから。言われてみれば
他のやつよりは的を射たことを言ってたような気はするわね。協力要請の後もずっと僕や騎士団に力を貸してくれている。真面目で熱心な子だよ。フレンは部下思いのいい隊長さんじゃな。Гера, господи, как же без него? Dark Soul, привет. И, собственно, может, это не Киркоров, а Леонтьев? Одинокий бродяга. Да, господи. Слушай, и там, и тут, а что тут? Ух ты. Давайте тихонечко войдем. Значит, войдем. Ну, по крайней мере, мы поняли, где выход, если что. Будем знать, куда щемить, если что-то пойдет не так. Блин, я забываю, что у меня флакошка еще действует. Я трачу драгоценные секунды. Да, ё-моё. Йодель ва Френ но кокоро но учи о вакатте итан десу не. 殿下自らに背中を押してもらったんじゃ頑張らないわけにいかないわね。ええ、必ずお役に立ちますよ。しかし俺たちと一緒にアレクセイを止めることを命じるなんて、あの天然殿下単なるお人よしかと思ってたが、見るとかちゃんと見てんだな。世の中善や理想だけで通用しないけど、あんな粋なことできるなんて皇帝として期待持てるわ。まあ、そうじゃなきゃ困るってもんだ。対局を見る目や人を使う能力、そして善意、両方を兼ね備えた人なんてそうはいないからね。大丈夫です、ヨーデルならきっと。ともかくヨーデルから連れてけって言ったんだ。好機使うから覚悟しとけよ。ああ、殿下のご好意でいただいた機会を無駄にはしない。よし、行くぞ。Не, диалогов в игре реально очень-очень много. Вот прям по сравнению с Дистерией с Берсерией намного больше. В Берсерии, по-моему, было меньше, чем в Дистерии. Но здесь просто, наверное, раза в два, то и в три больше, чем в Дистерии. Про Берсерию уж молчу. Прям до сих пор удивляет. Слушай, у нас две латы. Надо бы... Надо бы придумать, на кого это нацепить. Так. На него, кстати, даже не пихает. Не пихуется! Так, подожди. На нее могу. Ну, не сильно, кстати, возрастает, так что ну его нафиг. Так, ну-ка, подожди. Так. Полечиться бы, конечно. Вообще довольно странно, что нельзя на точке сохранения использовать палатку. Это что-то прям максимально странно. Давай вот тут. Ты что хотела? Атрибуты еще смотреть. Ой, да кому это надо, слушай. Не хочу заморачиваться. Вот начну умирать. Че хотела, господи? Хотела еще раз проверить. Все-таки действительно нельзя? Да, нельзя. Блин, так странно. Вот прям очень странно. Ой, ну давай перед... А, у нас же после сохранения полечили. Тогда не странно, тогда нормально. Лёха, выходи на честный бой. Кире. Красиво. Он-то. Да, поверить не могу, что на внутри оружие. Ой, флешбэк из семерки. Финалки, в смысле. Карл, стой. Что такое? Выходи. Ты слишком стар, чтобы играть с нами в прятки. Брат!
Неплохо, юноша, неплохо. О, май гад. Excellent. Даже превосходно. Какая интуиция. И прекрасный инстинкт. Просто превосходно. Это озвучка, твою мать. Я умираю с него. Егер! Что на этот раз? Собираешься проводить нас к Алексею? Меня просит его не озвучивать, типа, заткнись, Севен, мы хотим послушать нормальную озвучку этого персонажа, поэтому я не буду больше его озвучивать. О, господи, о! Слушай, что вообще на уме у этого парня? Он Герман! Он Герман! Герман, смотри, у него и коса раскладная, все сходится. Фаготан? Мотойори Мейто Ютачва, теки доши. Ицкава конар дестини? Снова ловушка. Ты верно сказал, мы враги. Так что разберемся, как подобает врагам. Мажи, козлов. Ох, какая музня. Ой, музыка напоминает немножко музню из Chaos Legion. Да что ты это делаешь-то? Ты что? Собак такая. Фантази. Подожди, фантази. Что-то подгорает у меня где-то. Казан, давай, давай. Ауч! Что это такое? Ау. Встаем, встаем. Ауч! Стоять, собака. О май гад, слышали? Господи, почему ж вот это так висит, когда у него вот эта стрелочка появляется, то что можно по криту продамажить его. Если ты где-то там в стане находишься или еще что-нибудь, ты нажимаешь... Что происходит? О, у него тоже что ли? А, нет. У него тоже... Он тоже как ворон, да, смотри. Просто рисуется. Если он попробует сделать так, то жопа нам! Ой-ой-ой, больно. Так, давай включись, пока не началось. Доктор Килл врывается и дает нам просто всем по 500 грамм лимонной желешки. Говорим ему спасибо, принимаем ее, эту желешку, и двигаем дальше. Ой! Здоровишко, ну сегодня получше, сегодня получше. Я надеюсь, что дальше будет еще лучше. Было бы неплохо. Спасибо, спасибо тебе огромное. За поддержку. И за желешку. Ой, я тоже так хочу уметь, слушай. О, моя собачка, нет. Песонька. Минус песа. А чё, я шагом иду? Ауч, ауч! Угораю с этого звука. Да, собака. Это есть. Так, давай, почти добили. Зеленушка, зеленушка. Давай, вместе. Ауч! Где ты есть? Сколько в тебе здоровья, господи? А, ну вот и все. Койцму Алексейни, дору идти ка? Да, нормально.
конце года обещают, что выйдет игра, которую я никогда не слышала. И, блин, это шедевр азиатской мифологии, архитектура плюс классный персонаж. А что это для начала? Indivisible, вернее. И что это? Это же RPG или что это такое? Найс файт. Тройной просто перевод. Вундербар, найс файт. И где-то там это должен был быть еще и японский, если бы они перевели эту фразу. Еще и русский где-то должен был быть. Короче, переводи как хочешь вообще. Знаешь, я не любитель мести и громких слов, но эти задона. Осторожнее. Кто знает, какой еще козырь он припас в рукаве. Твоя грудь. Алексей заменила твое сердце. Ну почему? Почему вы нападали в одиночку? Да помереть она уже хотела, по-моему. Не взяли никого себе в помощь. Goodbye. Goodbye. Стой, где Алексей? Чего он добивается? Да, грустненько что-то стало. Да мне кажется, он уже просто помереть хотел, чтобы уж закончить все это. Почему? Коготь Лёвы. Какой печальный конец. Блин, самая клёвая мелодия вообще во всей игре. О, здорово! На неё вы плакали? Найдэ там. Что все это значит? Он был ужасным человеком. Ну, может быть, еще и... Мендуксай. 選ばれた証を持った者だけが入れるってやつね。手順を知る者だけが入れるってことですよ。そういうこと。まあ、ちょい頭ひねりゃ解けるだろ。じゃあなんで今解けてないの？頭ひねるのはカロル先生の専門だろ。いつそんなの決まったの？たった今。ほら早く、頑張れ。そんな。Так. Все это очень весело, но. Я не хочу напрягать мозги. Я не в том физическом состоянии. Ну давай, ладно. Может, стоило назад вернуться, сохраниться? Да, наверное, стоило. Не помню, как тут работает, если помрешь после босса, там автосейв какой-то вроде есть. Но, так, чтобы было... Да и серию, честно говоря, для этого пора заканчивать. Хороший момент. Мы зашли в руины, положили босса. По-моему... Ну как босса? Мини-босса, наверное, все-таки. Таким прям боссом-боссом я бы его не назвала, хотя... Не надо ко мне подходить. Это, наверное, во мне немножечко секиру говорит, то, что все, что небольшое на полэкрана, это не босс. Это мини-босс. Не надо, слышь. Так что, как бы, да, это был босс. Автосейвов тут нет. А, ну, тем более тогда. Не зря сохранились. Красивые места ждут нас, я чувствую, еще на протяжении ближайших полутора часов. Но это будет уже все в следующей серии для Ютуба.
Вот, да. Что-то еще хотела сказать, все забыла. Мозг не варит вообще, но я надеюсь, что мы куда-нибудь с вами додойдем сегодня, даже таким темпом.